Всем привет! Опять возникла такая необходимость, как сделать значок для канала. На этот раз это у меня Камтасия значок. Камтасия Студио. Да, вот так вот. А, кстати, тут было PNG. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Какой бы лучше всего выбрать-то Camtasia Studio? Но у меня Camtasia ассоциация идет вот именно с этим значком. Он такой именно правильный. Первое, что я вижу, когда загружаю Camtasia, и даже не знаю, что из этого выбрать. Или не выбрать, или что-то из этого. Я сохраню этот Камтасия. Сохраню этот. Да. Что еще? Не ясно, не ясно. Сейчас что-то выберем. Пусть будет этот. Он маленький, блин. Нету больших, да? Я хочу вот инструменты, размер большие. Что тут есть большое, чтоб. Угу. По сути, ничего. А тут что тут есть большое? Тоже по сути ничего, да? Просто его растянули. Ладно. Вот этот мне нравится, да, тоже сохраню его. И давайте откроем все эти три файлика. И что-то с ними попробуем сделать. Раз, два, три. Вот так вот. Да. 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 Все-таки надо какую-то основу взять. Основа. Даже не ясно. Пусть будет эта основа, копировать ссылку. Сейчас попробуем найти ее, ну, большую. Google, что-то сегодня интересное такое. Большие. 900 на 900, ну, уже лучше. Ну, то это просто его растянули. Я хочу просто, хорошо, это не пойдет, я хочу просто надпись Camtasia. Такую я найти могу, просто надпись Camtasia Studio 8, вот. Мне оно нравится, пусть будет оно, да. И опять-таки откроем и этот. Я думаю, он будет вот будет как основной наш фон. Камера, значок и значок. Копируем сюда. Копируем сюда. Больше не надо.
больше не надо. И копируем сюда. Да. Теперь масштабируем это все дело. Ну, хотя бы так. И что-то с ним сделаем, да? Например, вот так вот, да. Кстати, фон надо вот эту вот штуку. Угу. Окей, если вот так вот. Тоже добавим. Вот это вот все добавим. И вот это вот все добавим. Теперь инверсия. И скопировать. Точнее даже. Да, скопируем на новый слой. Вот только так надо слой правильно-то выбрать. Скопировать на новый слой. Да. Вот. Здорово. Это тогда сделаем вообще маленьким, чем большое такое. Вот куда-то вот сюда, вот, вот так вот. И камера. Камеру. Норм, не норм, вроде как норм, только проблема в том, то что оно очень широкое, надо бы его сделать чуть-чуть поуже, да? Для этого, что нам надо для этого? Для этого нам понадобится такая штука, как, даже не знаю, сейчас я подумаю, как это сделать. Выключим фон, выделим, повыделяем это вот все. Хотя нет, это дурная затея, просто обрежем его, да. Просто обрежем. Вот так. И вот так. Нормально вроде. Я понял. То есть я, если его обрезаю, то я его обрезаю вообще совсем. Совсем и на совсем. Да. Да. А это не есть хорошо. Так я не хочу. Я хочу просто сделать его уже. Да, так. Так, короче, мы и будем делать. Вот тут вот удаляем вот так вот. И вот тут удаляем вот так вот. Это двигаем вот так вот сюда вот, да? Это пусть остается, и камеру чуть-чуть подвинем. Сделаем его поменьше. И тут тоже чуть-чуть поменьше. Ну, вроде как-то
Как-то вроде что-то нормально. Окей, пусть будет так. Копируем. О, нет, так не получается. Вот эти все я хочу скопировать. Да, не получается так, ладно. Что, я тогда просто... В чем ручь-то? Вот это вот обрезаю. Вот так вот. Да. Нормально. Что дальше? Дальше пишем текст. Номер один. Ставим 8 шрифт. И увеличиваем. По ходу дела будет видно, какой нам надо. Вот как-то вот так вот. 120. Придаем ему какого-то, не знаю, какого-то спецэффекта, что ли, да, надо бы добавить. Обводка. Давай цвета интереса. Или не надо обводка? Тень. Думаю, тень тоже тут ни к чему. Что тут с ним может быть еще? Глянец нет. Обводка. Ну, посмотрим, вообще может просто цвет поменять текста на вот такой вот. Ну, к примеру, да? И сделаем обводку. Теснение. Например, как это будет выглядеть? Ну, что-то вроде как-то да, но что-то вроде немного не так. Попробуем изменить чуточку. Теснение. Даже не знаю, контур, текстура, наложение узора тоже нет, внешнее свечение нет, наложение градиента. Да, пусть будет наложение градиента, действительно, что я... от черной вот такой вот. Да? Нет, почему? Вот оно идет от черного к белому. Черное снизу, белое сверху. Да, вроде правильно. Тогда черное. Ой-ой-ой-ой. Вот так. А этот. Стой, 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 стой. Блин, путаюсь. Вот. Вот так. Угол. Угол вот такой вот. Что-то очень слабо его можно разглядеть. Нижний. И верхний. Угу.
нормально. Да. Норма. Этого мне хватит. Да. Лайк, подписка. Всем спасибо.